Мы потихонечку выдвигаемся в бункер. Мы сейчас в корпусах красного перекопа. Через них надо в бункер проходить. А вот я, кажется, его уже и вижу. Вон там корпуса. Мы нашли вход в бункер. Вот он. Ну что, погнали. Я фонарь включу на телек. Надо было, чтобы фонарь взять. Реально. Видите, здесь взломали замки. Смотри, какая-то термодверь. Это термодверь такая. Взрыва. Она, кстати, еще даже нормальная. Чё, вот еще одна термодверь. Посмотри. Крутится. Для меня кайфарик. Дверь номер 7. Вау. Класс. Мне уже сыкать. Вот торчики. Посмотри. Я подумаю, что это? Железные. Кстати, бункер больше, чем на СК-1. Бункер больше, чем на СК-1. Не только на СК-1, там, где аптечки были, короче. Среди кабинетов. О, это ванна. Я туда не полезу сразу. Так там вода. Писсуары. Пипец, она прозрачная. Да. Жесть. Блин, мне что-то даже страшно стало. О, надо пофоткать обязательно. Идем. А? Мне страшно. Мы не знаем, что это такое. Если мы знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое. Стрюки. Не надо смотреть. Вот смотри, здесь какие-то тоже. Смотри. Моторный отсек. Бензин включен. Или нет? Надо реально пофоткать. Фига. Прикольно. Нет. Ну это пар. Кстати, смотри, пощупники. Нормально. Пошли еще. Офигеть, круто. Я люблю бункера. Вообще. Ты даже когда тебе страшно на юморке. Ну, Дим, какой человек. Вот смотри, мама. Видишь, какие трубы большие? А на самом деле они вот такие. Как думаешь, вентиляционные, что ли? Тогда. Фига, здесь большие помещения. Мне кажется, это недостроенный бункер. Не знаю, раз тут мотор есть. Вон там свет. Можно будет двигаться. А вон вход через который. А вдруг это... Швабра. Просто окно какое-нибудь. Смотри, дверь номер 5. То есть частично СССРские штуки, да? А, реально СССР. Все, пошли отсюда? Не-не-не. Еще один раз. Ты что, мы вообще... Что будем знать? Да, мы через него и выйдем, наверное. Сейчас или потом? Потом. Дима, давай тоже будем снимать или как-то было так, как обычно. Ну-го. А? Давай. Иди. Давай. Надо разбудить. Блин, палец грязный, придется подглядеть. Так, возьмешь. Ладно. Там, кстати, нужно 29 вообще-то. Так, тебе вот как, горизонтально, да? Да. Сразу предупреждаю, у меня фиговая камера. Ой, у нас. О, смотри. Подожди. Оп, все включили. Так, все, я снимаю. Отлично. Вот это дело. Не надо мне лицо. Смотри, здесь буквы какие-то. Ярик. Чё? Ты знаешь, что это? А? А, это пластмасс. Блин. Давай заберём. Идём, иди сюда. Зачем? Саша, Даша, Коша. Пошли дальше исследовать. Да, погоди, я хочу... Ладно, потом сюда придём, вот здесь. Окей.
сюда, и за меня человек который снимает. Видишь, какой они уже весь гной здесь. Ну, не гной, а ржавеет. Вот это еще. Еще выход. Смотри, сколько здесь ходов выходов. В случае, если один на всего. Да. Ну, о, чекай. Это моторный отсек. Это фильтрация воздуха. Ты куда? Я просто смотрю. Ну все получается. Сейчас будем уходить из бункера. Вот такой бункерочек. Видишь, как...